Fishing Roy свингера. Купил я их в начале года. Да, классные свингера. Горят, классно горит. И здесь ни к чему придраться. Лескодержатель очень обалденно. Держит леску просто сумасшедший. Вес свингера такой удобный, нормально, хорошо. Претензий вообще нету. Но вот это место, друзья, вот, вот это место, которое портит все в этом свингере, все. Не рекомендую. Ставлю из-за этого места, друзья, ставлю 2 балла этим свингерам, потому что они стоят каких-то больших денег. Почему производитель сделал вот здесь, я не знаю, пластмасса, вот это крепление, вот уже одно у меня отломанное, друзья, и я его отломал, кстати, на второй рыбалке. Здесь у меня уже второе подходит, подходит уже, как говорится, вот-вот-вот накроется. Вообще свингера на пятерку, но вот из-за этого места, друзья, ставлю 2, потому что, ну, не рекомендую, друзья, вот из-за...